Приветствую всех, с вами Зерамос. Мы возвращаемся к Resident Evil Mortal Knight. Модификация глобальная для Resident Evil 2. Записываю я все в том же режиме, как я уже записывал ее, когда она только вышла. Но с той лишь разницей, что сейчас я продемонстрирую вам разницу. Тут работают сохранения. Да, не обращайте внимания, тут немножко текстурка оружия глючит. Не так важно. Да, это я включил себе легкий режим, включил читы, просто чисто, чтобы быстрее добежать. Естественно, я сейчас сделаю вот так. В главное меню выйдем. И начнем новую игру. Это я просто продемонстрирую, что сохранения работают. Все-таки мне это удалось сделать. Надеюсь, что так и продолжится. Новая игра. Кошмар. Я уже плохо помню сюжет игры. Еще хуже помню. Что там? Как тут проходить? Тут много чего изменилось. Эпизод первый. В поисках нее. Или ее. Что-то я туплю, я не знаю, как это правильно сказать. Короче, в ее поисках. Вот так, пускай будет. Не буду искать эту последовательность. Я очень надеюсь, что меня нормально слышно. Потому что, скажу честно, я игру ни хренашечки не слышу. Потому что оно только вот так работает. Ну, тут я слышу, конечно, что музыка играет из секретной лаборатории, которая в сценарии бы открывается, если стараться. Давайте досмотрим до конца. Вдруг все-таки что-то тут изменится. Ну, видимо, именно эта заставка не меняется, поэтому там и сказали, типа, пропустите эту последовательность. Ну ладно, давайте уже досмотрим до конца. Кстати, если видеоролики будут глючить, я их отдельно потом пришью к видео. Просто сконвертирую их прямо из папки игры и в таком виде. Потому что в таком виде, в родном, если через саму игру воспроизводится, они немножко подглючивают у меня. Ну да ладно. О чем я там хотел сказать? Ладно, не помню, что я хотел сказать. Raccoon City, another victim of the government's corruption, another victim of Umbrella's ambitions, another lost heaven for decent people. It all started in Arklay Mountains, in a lost mansion in the deeps of the forest. First, all STARS members died because of their ignorance. They couldn't believe what their eyes were telling them. The creatures of that cursed residence were stronger than them. And darkness was even stronger. Two members from the USS were sent to clean every clue of Umbrella, and their job was successful. The whole forest burned with mage. No one knew what happened there, and no one tried to attack Umbrella. Raccoon City. An ordinary town located in the Midwest of the USA. An ordinary population. Good people that became pure animals. All caused by Umbrella, the world's largest international enterprise.
William Birkin developed Dirty Paris in the underground lab of Umbrella. And in the process, he became a monster. A monster that caused the spread of the chip virus in the city. As the city fell, the virus evolved with each new day. Umbrella's best agent, Hank, killed Birkin and assured a G-virus sample, but it was corrupted. The government was going to destroy the city with an atomic bomb, but Umbrella realized of something and used all its resources to stop the government. An Umbrella satellite discovered that Sarah Birkin, the daughter of William Birkin, was still alive in the city's police station. Umbrella thought that Dr. Birkin could have infected the girl. A team from USS was sent to find Sarah Birkin, waiting her return to destroy the city. Raccoon City. Октябрь 1998 года. Подождите, октябрь. Октябрь, это же... Здесь нет ничего полезного. Ты что-то нашел? Нет, ничего. Затрата времени, Дэвидс. Давай вернемся к нашим товарищам. Мне нужно найти Ханка для начала. Должно быть поблизости от полицейского участка. Не знаю, смог ли он выжить на этих улицах. Сейчас в этом городе смертельная ночь. Видеоролик я потом пришью. Вот, начало. Вот и мы. Да, текстурка оружия тут немножко глючная, не обращай внимания. Обращай внимание на надпись на спине нашего товарища. Подсказки играющему в Mortal Knight. Есть новая комбинация предметов. Пытайтесь смешать предмет А с предметом Б, если не работает, в обратном порядке. Проверяйте все двери, мебель, противников, персонажей, шкафчики и пол и прочее. Можете найти множество полезных предметов. Некоторые враги будут дропать предметы наподобие боезапасов, ключей. После убийства врага осмотрите тело. Вы можете пропускать практически все заставки, касцены, нажимая кнопку действия. Делайте это только на повторном прохождении. Для экономии боеприпасов старайтесь всегда уничтожайте голову зомби и используйте нож. Его атака была усилена. Выбрасывайте все бесполезные ключи. Нажмите номер 8, чтобы изменить разрешение игры и посмотреть все подсказки в таком-то файле. Что у нас есть? Естественно, у нас конечный боезапас. Я никаких читов не буду включать. Это у нас... Это. Окей, берем дробовик. Шотган. Давайте тогда трупики осматривать. Пока они еще трупики. О! О, вакцина А. Это, как можно помнить, лекарство первого уровня, то бишь аналог зеленой травы. Скажу по секрету, это она есть. Только вы никому не говорите. Будем сохранить интригу. Это наш общий секрет. Видео это изображение. Да, ваши воспоминания. 4. Да, мне подсказали в комментариях, когда я проходил, собственно, Mortal Knight, да, первый раз. Я не думал, что это такое.
вот этот Dark Biohazard, это, если я не путаю, что-то вроде изначального названия вот этого проекта, который потом перерос в Mortal Knight. Вот, вроде так. Могу путать. Надеюсь, я сейчас не опростоволосился, не опозорился. И вообще я не нуб. Кстати, вот это единственный раз, когда можно вот эту дверь увидеть с этого ракурса. Вот начинается музыка. Черт, это так? Проблема, что у нас ножа нет. Нужно как-то больше количества убивать. Да? По-моему, у этих ничего не бывает. Я на самом деле тут помню, какого мне надо убить. Будем терять много времени. Да, вот та дверь, которая ведет на выход Сера из магазина, она закрыта. На ее звук мы слышали. О, какое животное! Где-то вот здесь вот. А, он даже изначально труп. Мне казалось, я просто тогда, когда тестировал, бегал здесь с бесконечным боезапасом. И я думал, что, ну, я просто палил во все, что можно. Оказалось, это он. Уже изначально мертв. Тела. Что-то мне подсказывает. Ханка, смотри нахрен. Спасибо за выход. Тихо. Смотрим, смотрим. Ну не будем тратить патроны, у нас их немного. Тем более я дробовика уже много потратил. Это на самом деле беда. Но то, что сохранение теперь есть. Это шикарно. Так, не буду на всякий случай ничего тут делать. Отчет об операции. 15 октября. G-вирус, образец G-вируса, который агент Ханк доставил, нам поврежден. На что мы стараемся отложить разрушение города, чтобы найти другой образец. Сколько нам известно, у доктора Уильяма Биркина есть дочь. И возможно, что он заразил ее из-за смены поведения от вируса. Неделю назад один из наших спутников нашел признаки жизни в полицейском участке. Но этот участок соединен с лабораторией Амбрелла, что мы думаем, что девочка, возможно, жива, если она добралась до участка. Миссия по ее доставке, ну, как это сказать-то по-русски, чтобы это звучало. В общем, миссия по ее вызволению будет выполнена двумя командами. Командой зачистки, которая уничтожит все существа поблизости от полицейского участка. И спасательной командой, которая содержит наших лучших агентов, и чья миссия будет доставить девочку из города на подземном поезде. Мы не можем... То есть у нас нет информации, находится ли девочка в человеческой форме или мутировала. В любом случае, она или оно должно быть доставлено живым. Город будет уничтожен завтра атомной бомбой, так что агенту стоит поторопиться. Не знаю, могли бы растянуть там. По паре приложений на страничку, чтобы пустых страничек не было. Если
все равно страничек нанести. Но это не важно. Это ерунда. Да, следуя совету товарищей, которые нам документик в начале игры выдали. Осматриваем все. Трупики и прочее. Это я, Дэвис. Не стреляй. Как ты, Ханк? Давайте ответим. Бывало лучше, но я держусь. Раз вышить. Куда направляешься? Какого черта ты здесь делаешь? Ты не должен быть в этом городе. Я просто хотел помочь вам всем и спасти девочку. Я не идиот. Я знаю, что ты здесь не для этого. После того инцидента в Англии. Как я могу доверять тебе? Хорошо. Я здесь, чтобы убить Уолкера и Джонса. Они работают на другую корпорацию. Это идеальное место, чтобы это сделать. Если хочешь остановить меня, поговори с нашим боссом. Хотя он добавит тебя в список целей, если ты это сделаешь. Что? Они оба хорошие ребята. Это безумие. Ты не можешь доверять никому. Если ты ранишь кого-то еще... Я знаю. Удачи с твоей миссией. А, я забыл. Это может помочь тебе. Тмычка. Спасибо тебе. Увидимся скоро. Не забывай, что я тебе сказал. Не забуду. Когда я проходил, не было варианта ответить или не отвечать этому товарищу. Мощь. Плюс 8 патронов. Тут я помню. Есть. Не, мне надо в любом случае потратить. Черт. А. Короче, он же на ближнем рассчитан. Люблю. Да, вот и потратили. Ну, в любом случае это надо потратить, потому что тут мы не сможем ничего сделать, если у нас не появится, не будет мест под ключиком. Вот здесь что-то было. О, вот это прекрасно. Если бы не здесь эту вакцину Б найти, то она лежала бы в трупе одной из собак. Ну то есть одна из собак тут страдает. Как правило, в обычных трубах ничего нет. Нахрен. Предметы появляются в особых каких-то трубах, которые чем-то отличаются от обычных. Ну, либо иногда... В обычных, конечно. Хорошо я потратил боезапас, я считаю. Я очень надеюсь, что меня сейчас слышно. Я стараюсь говорить немножко погромче.
Мы добежим до полицейского участка, найдем сохранение и сохранимся, и это будет наш первый серий. Что происходит здесь? Город скатился в ад. Теперь мы помним. Надеюсь, что кто-то пережил этот хаос. Сожрали. Молодцы вообще. Не, правда, молодцы. Поели меня. Так. Мне не нужна эта штука прямо сейчас. Эх ты, Алиса. Ты знаешь, от чего отказываешься? Тут штуки нужны всегда. Что с этой коробкой, я не понимаю. Призрачная коробка, ее нет. Где, может? Может, это просто предмет какой-то? Да, вроде нет. Ладно, неважно. Тут совсем такая мини-вставочка за Алису. Забавный факт. Блять, закрыто. Мне нужно подождать здесь кого-то некоторое время. Конечно, странная на самом деле логика. Я понимаю, что делать-то нечего. Нахрен ждать. Пульки. О, а нет, вот собаки точно, с нее патроны падали. Я вспомнил, это где-то в другом месте. Ой. Нормально, на самом деле. Это мне нужно. Мне нужен ты. Нифига себе мощь у этой штуки. Так, все. Ё-моё! Ух, я живой! Никого нет. Из чего он появился? Тут, естественно, тоже ничего нет. Зомби не успокаиваются. Собаки нафиг успокаиваются, если так вот сделать. Что, смотрите, вот здесь ничего нет. По сути, можно понять нашего товарища, что типа это очень опасно, но все равно. Тут небезопаснее. Зомбиков тут что-то многовато. Ё-моё, ходячий, куски прогнившего мяса. Так, это пока не будем брать, у нас нет места. Там, если не ошибаюсь, патроны к магнуму лежат.
Чем ближе к цели, тем мощнее. Сволочь. Придется тебя убить. Идем вставлять карточку. Интерфейс здесь, кстати говоря, самый обычный. Не так, как был в первой версии, когда я играл. Чпоньк. Но то, что сохранение теперь есть, и не работает, это на самом деле прекрасно. Можно более внимательно изучить эту модификацию. И это пойдет только на плюс. Идем сюда. Выжившие. Правда здесь? Да. Что? Да. Ты была одна здесь с тех пор, как все началось, верно? Так странно видеть кого-то живого. Все погибли. Я ничего не смогла сделать. Должно быть тяжело жить с такими мыслями. Так и есть. Что ты здесь делаешь? Ты пришел из-за города? Я член защитной службы Umbrella. Umbrella? Корпорация, которая сделала это? Весь этот инцидент? Это все было несчастным случаем. Мы ничего не могли сделать. Ты хочешь, чтобы я поверил в это? Все мои напарники умерли из-за твоей Umbrella. Давайте будем искренни. Ладно, мы сделали это, но это не то, что мы хотели. Я могу помочь выбраться из города. Проклятый монстр, оставьте меня в покое, пожалуйста. Убирайтесь из этого города. Я остаюсь здесь. Это твой выбор, но я не могу уйти, пока я не найду маленькую девочку по имени Шерри. Если увидишь ее, пожалуйста, скажи мне. Ее жизнь может изменить этот мир. Ладно, оставь меня одну. Прошу. От этого тоже не было диалога. Ну, выбора имею. Так. Прекрасно. Я, кстати, хорошо прошел на самом деле. У меня здоровье идеальное. Ну как? Не идеальное, максимальное. Чисто по показателю. Там процентов 90, наверное, или сколько. Я не особо в этом разбираюсь. И я ни одно лекарство не потратил. Что значит играть более-менее аккуратненько. Так, давайте осмотримся здесь. Здесь ничего. Так, отмычка. Нет, отмычка понадобится нам скоро, это я помню. Лента мне сейчас понадобится. Давайте пока что автомат уберем. В принципе, сейчас у нас есть нож, можно уже ножом начинать пользоваться. Хоть его немножечко поднерфили, насколько я понял, в новой версии модификации. Да, я напомню, хотя в названии, конечно, это указано, но все равно напомню, что версия у меня стоит 1.80. Если кому-то интересно, и кому-то это что-то говорит. Кстати, это комната. А, тут, кстати говоря,
Еще убрали же бесконечный респаун врагов, вроде как. Че живой-то вообще? Ну да, все-таки вроде немножко слабее ведет себя ножик. Все равно неплохо себя ведет. На самом деле, это трудно отрицать. Так, осмотрим эту комнатку. Вряд ли, конечно, еще что-то лежит. Ты чё, охренел? Жирный, что я убил? Или я его не убил? Еще что-то не дать, если всего один раз можешь что-то мне отдать. Ладно, идемте назад. Здесь забрали все. А, в зале надо забрать патрончики, которые там лежат. Я просто хочу максимально хорошо продвинуться. Ну как продвинуться? Просто максимально комфортно тут все сделать перед тем, как сохраниться. Так. Иди сюда. Магнумовые пули. С кухни патронов там влезает. Спасибо. Давайте заглянем сюда, что здесь, я не помню. Слишком близко. А ему надо удара минимум 4. Даже не скажу, что это хоть сколько-нибудь плохо. Потому что это на самом деле все-таки хорошо, что можно зачистить помещение. Хотя некоторые респауны все-таки явно, я полагаю, будут. Просто не бесконечные. Я не помню, чтобы я вообще в эту область ходил. Да, в прошлый раз ходил. Так, не буду пока пробуждать их. Просто перезашел, чтобы кто там стоит на месте стали. Ты чё, читер долбанный? Ну сейчас уже придется лекарство, конечно, съесть. Но я все равно был раненый. Это вопрос времени. Ну а так хотя бы здесь может быть осмотреться. Ч?
Нет, плохая идея, надо этот здоровье подлечиться, чтобы я ходил, отступать мог нормально. Так, еще раз буду бесить Риту своим присутствием. Что поделать? Уж у нее судьба, чтобы мы ее бесили нахрен. От своей судьбы ей никуда не деться. Ничего не было. Как же вы меня достали? Тут, конечно, что они меня за ноги едят, это нехорошо, потому что они и так быстро помирают. Он встрял в этот угол. Я буду с тобой тут играть. Сюда. Чё, как мимо прилавка пошел? Чё, живой еще что? Ничего нет. О, вот и вакцинка, которую мы потратили. Так, смотрим до конца этот коридорчик и уже пойдем сохраняться, потому что дальше будем уже в следующих сериях изучать. Нет, давайте оружие, патроны вверх, а это вниз. Говоря, нож удобнее будет на первой, исключительно потому, что это самое часто используемое, особенно поначалу, будет оружие у нас. Идем сохраняться.
Если что, прошу прощения, если звук был какой-то слишком громкий в игре. К следующей серии, если что, постараюсь подфиксить. Перезапишем. Да, не обращайте внимания на цвет. Скорее всего, он ничего не значит. Это немножко подключит. В любом случае, я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.